Всем здравствуйте, добрый вечер. У нас сегодня торт. Торт-заказ у нас получился как апельсиновый и баскетом. У меня здесь шариковый формочка и как апельсиновый дизайном. Розочка как со шоколадом оранжевым мы сделаем сначала. Наш шоколад должно быть оранжевый светом. Растопим шоколад белый. И у нас готовим оранжевый свет. Ой, у меня упало. Все, у меня оранжевый свет получилось, вот такие. Теперь положку положим везде, чтобы шоколадка была. Потихоньку. Утренняя коржа будет, поэтому я густой шоколад положу. На мелкой у нас утренней ничего не будет. На этом и утренний корж будет. Коржи. Ну, давайте готовим шоколадки, потом посмотрим. Все, наша корж готова, наша крем готова. Теперь я намочу с водой. Это у нас вода с сахаром у меня здесь. Хорошенько намочу. А утренний у нас будет манго, фрукты. Потому что у нас сезон сейчас в Египте. Манго недорого, дешевле. Абрикосы, апельсиновые, вот такие. Сейчас у меня сезон у нас. Все свежих фруктов будет. Я думаю, апельсин тоже положит срединку с фрукты. Свежие. Наверх. Вместе с шоколадом можно положить, только помейте. Помойте хороших и поставьте ваших. У нас два коржа будет. Ой, извиняюсь, у меня упало. Только ровно сделаем. Серединку тоже. Манго положу я. И наверх у нас черный шоколад. Хотя баскет на фрукты. У нас будет с черным шоколадом. Заказчица еще сказала, много крема не положите, потому что у нас на диете все. И много шоколад не положить. Поэтому чуть-чуть много фруктов. Срединку манго. Я манго нарезана кубиками. Вот такие способами. Кто на диете? Ну, все равно день рождения день рождения сделает, поэтому с фрукты. У нас фруктовый торт сегодня. Сами вниз я положу много манго. У нас вот один коржа есть.
чуть-чуть осталось. Я не хочу выбрасывать. Вот так положу я. И потом ровно сделаю все с кремом. Ровными сделаем. Или я думаю наверх поставить. Сам наверх. У нас дизайн будет. Лучше не испортит наш топ. Все. Это мне дети здесь кричают. Играют. Сегодня выходной, у них школа. Выходной сегодня. Завтра на школу пойдет. Все. Все, намочили. Положим крем. Теперь ровными сделаем. Края можно сделать ровно потом. Я последний чуть-чуть положу срединку наша манго. И у нас готово. Ровно сделала. Теперь вот так. Я положу манго в серединку, чтобы эту коржа положить в серединку у нас. Не серединку, один края чуть-чуть поднялось, чтобы... Как лестница будет наверх. Это мы намочили водой уже. Я положу вот так. Который остался манго. Чуть-чуть добавим серединку. Я руку помою. У меня рука полный манго. Получилось. Теперь ровно сделаем. Крем положим, ровно будем сделать. Наверх края. Все будем ровно сделать. Это чуть-чуть сложно будет, но я постараюсь сделать как... И здесь наверх ровно не получится, ничего страшного, все равно пойдет здесь у нас фрукты вместе апельсин с шоколадом. Края тоже ровно не получится, ничего страшного. Все равно покрывает шоколад сейчас у нас. Поэтому я просто
положу кремом, чтобы шоколад стоял ровно. Сначала напомним, где у нас нету крем. Потом ровно сделаем. И потом я шоколад готовлю. Пускай наш крем отдохнет. Я готовлю шоколад. Да, это время. Как дерево у нас получится. Все. Теперь ровно постараемся ровно сделать наше крем. Все, у нас вот так. Все, я шоколадом закрываю, поэтому я полностью ровно не сделаю. Шоколадом и фруктами у нас покрывается. Ну все, отправим в холодильник где-то часок. До этого времени готовим шоколад. Все, я здесь пакетик открыла. Надо шоколад черный растопила я уже. Теперь вот так положим. Golden and the Sweet я положила с рыбой. Положим шоколадки, потом ровными сделаем везде наши шоколадки, чтобы сухой не было. А еще мига яс. Размер взяла. Потом я буду как нарезать. Вот так ровно мы сделаем потихоньку. Где-то метр здесь я открыла. Уходит из пакета, ничего страшного. Вот у меня уже почти сухой стало, поэтому быстро надо работать. Этап. Это у меня мои дети играют и еще ругают друг друга. Вот у меня здесь сухой стало уже. Не пой. Ну ничего страшного. Все.
теперь я положу наши края вот так. Я буду отрезать чуть-чуть нарезка. Вот так. Пускай отдохнет. Сухой станет. И у нас готово. Все, наш торт готов. Теперь положим наши шоколадки. Вот так. Я положу и буду плавить чуть-чуть. И убираем наш пакетик потихоньку. У нас половина. Я уже нарезала шоколадки. Думаю, чтобы поймала, я с кисточкой буду сделать вот так чуть-чуть, чтобы поймала. Еще я буду нарезать сначала. У меня поломалось, но ничего страшного. Чтобы не поломалось, надо осторожно сделать, чтобы видно было чуть-чуть. Я убираю. Чуть-чуть длинное, я буду нарезать. Потом из кисточка или вот так. Положу вот так, чтобы поймала. Чуть-чуть постоял. У нас готово будет. Вот так готовим. Все у нас получилось. Вот такие у нас получилось. Видом кассетки. Здесь мне поломалось, но я ровно сделала. Теперь чуть-чуть. Где у нас поломалось, я golden цвет сделаю. Вот так. У нас готово. Теперь осталось накрасить на верхний час. У нас здесь открыто. Мы сделаем потом с кремом. Может,
Ну, давайте отправим сначала это. Все, мне отдохнуло, но мне поломалось шоколадки. Ну, ничего страшного, я сделала все равно. Вот такие у нас получилось. Ну, поломалось. Ничего страшного. Все равно поймается. Теперь у меня здесь шоколадки черные. Вот так положу черный шоколад. Пускай течет. Я положу с помощью ложкой. Теперь чуть-чуть с ложкой вот так сделаю, много шоколад, чтобы не было. Чтобы отвечало и много не было края, чтобы мои шоколадки не поломалась обратно. У меня дети играли и поломали. Вот так. Вот так. У нас везде шоколад есть. С помощью ложки вот так я буду. Вид должна быть шоколадом тоже как внутренний, поэтому я положила вот так с помощью ложкой. Но у меня вот такие шоколадки я сделала, как описано. Некоторые поломалась, но ничего страшного. Теперь я положу наши шоколадки. Еще апельсин свежий я положу. Утренний. Думаю, апельсин. Шоколадка здесь, но апельсин здесь. Чтобы еще раз не поломала за меня. Все. Чуть-чуть будем давить вот здесь. Наши шоколадки. Теперь положим наши шоколадки. Как думаете, у меня получилось или нет? Как апельсиновый. Ну, посмотрим, что получилось у меня. Чтобы блеск была, я с косточкой на апельсина блеск буду. Вот так. Даже упала у меня. Ну, ничего страшного. Чуть-чуть блеск, чтобы была, я добавлю. Ну, все. У нас готово теперь. Синий. Я готовила крем. Вот так. Буду насаживать кремом.
Где у вас места мало? Насаживайте кремом. Даже на шоколад можно насаживать. Ну, я не буду. Ну, как-то так у меня получилось. Ну, давайте всем посмотрите. Кому понравилось, поставьте лайки, напишите на наш канал. Нажмите колокольчик, новое видео приходит. Здесь я убираю все равно. Кому интересно, поставьте лайки, напишите на наш канал. Новое видео приходит вам каждый раз. Будем сделать новый торт. Но не забудьте, чтобы поставить пальчики наверх. Нажмать. Поставьте лайки, пожалуйста. Ну, кому понравилось, поставьте лайк. Ну, давайте всем до свидания. Приятного просмотра. Пока-пока всем.